Что нужно сделать, чтобы приобрести кораблик? Нужно позвонить Галине, обсудить с ней модель корабля, цвет корабля, комплектацию корабля, сделать предоплату, и мы начинаем изготавливать кораблик. Как и сделали дети Ивана Ивановича, чтобы сделать ему подарок на день рождения. Такой замечательный кораблик оснащен курсовой камерой, в которой идет такой монитор, который имеет защиту от солнца, то есть чтобы не отсвечивало. У экрана встроенный аккумулятор, можно его зарядить от пауэрбанка. Эхолот Тослан ТФ-520, разбрасыватель, автопилот на 1000 точек. Сейчас мы поставим корабль на воду, сохраним домашнюю точку, сохраним рабочую точку. Сильно далеко не получится сохранить, потому что еще лед кое-где. Ну, сделаем все возможное, заснимем, покажем его в работе, как работает эхолот, курсовая камера и автопилот. Подключим аккумулятор, включим кораблик, пульт. Не забываем, что камера включается внутри. Вот как раз переходим на сайт и номер телефона для связи с нами. По эхолоту, опять повторюсь, простейший штатив. Очень удобно. Как рекомендует производитель, высота от 1,20 м, ну, там, кому на уровень глаз будет удобно, чтобы стоять с пультом в руках, уже в руках не держать. Стоите там также, повернули, отвернули, он стоит, нигде не мешает. И уже завозите, смотрите, то есть точку нашли. Плюс эхолота при работе кораблика с автопилотом, тут же сохранили эту точку. И дальше исследуете дно. Пожалуйста, потом отправляете. И все отлично. Для тех, кто не умеет пользоваться автопилотом, ссылочка. Переходите по ссылке, смотрите, там все очень понятно, популярно рассказывается. Инструкцию читать никто не хочет. Один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Переводим тумблер в третье положение. Правым джойстиком наверх выбираем точка 1. Правым джойстиком вправо коротким нажатием отправляем кораблик на точку. Показывает дистанция до точки. Не от пульта до корабля, как заблуждаются много кто. А именно от домашней точки дистанция показывает. Ветер, конечно, не на нашей стороне. На подходе к точке корабль точно так же снижает скорость за 20 метров. На тихом ходу подходит. Просигнализировал сброс. Два раза бункеров дублирует. И возвращается на точку. Точно так же на отходе от точки он отходит на тихом ходу, после ускоряется в промежутке между домашней и рабочей точкой, и на подходе к домашней точке точно так же снижает скорость. Ветрище сдувает корабль. Корабль все равно старается держаться заданного курса. Вот пульт пропищал, корабль пришел на домашнюю точку. Не забываем сохранять домашнюю точку не на берегу, а отплыть от берега метров 10, 7 метров, там 10, чтобы на всякий случай корабль никуда не врезался. Ну вот, смотрите, плюсы камеры. Вы на дистанции не можете понять, насколько близко подошел корабль к камышу. По камере будет видно, насколько близко, и уже снасть сбросить прям под камыш. А вот подошли впритык, сделали сброс и отплыли. А корабль далеко, вы, ну, на дистанции не можете понять. Отплыли на место для разворота, развернулись. И, пожалуйста. Ну и плюсы, да, работы непосредственно с эхолотом и автопилотом. Когда вы на корабле исследуете дно для рыбалки, сохраняете точку.
рыбка, свал, ямка, коряга. Сохранили точку, и в дальнейшем вы отправляете корабль уже именно на ту точку, а не где-то рядом, там 5 метров, да вот вроде примерно здесь было. Высыплю туда. Это касается тех, у кого корабль просто с автовозвратом, без автопилота. Очень удобно ночью. Отправили корабль, он закормил это место, там, где лежит ваша снасть. Он отвез снасть туда, и туда же он отвез корма. Ну и в конце хотел сказать, Иван Иванович, ждите свой подарок, вы будете довольны. Помощник отменный, выполнит все ваши задания, все сохраненные точки отплывет, подкормит. Вот такой рыбы побольше. Ну и не забываем подписываться на канал, оставлять комментарии, свои вопросы, пожелания, просьбы. Всем пока!